снова всем здравствуйте. У нас снова тема люстр. Теперь будем открывать крутым ножом. Да? Давай. Заказали точно таком же стиле. Но поменьше. Только поменьше, в коридорчик и спальню. Тут должно быть две, да? Да. Тут две люстры. Видишь, как две коробочки. Коробочка. Вот котейка пришел тоже смотреть. Котейка, ты тут данную коробочку не поместишь. Хотя снежинка помещалась. Хочет кот хоть куда поместить. Цена люстр повыше стала. Да, люстры есть... подорожали чуть-чуть. Мы тогда умудрились взять вообще по хорошей акции. Я их больше за полгода мониторинга. Не увидел, чтобы они до такой цены падали. 18 лепестков мы тогда взяли за 7... 7,5. Да, с копейками. А вот это, получается, на 10, по-моему, лепестков. Почти 6. Почти 6. 5 с копейками. Упаковано все хорошо. Сейчас будем раскрывать, сколок смотреть. Сколок не должно быть. Есть ли сколы, да, все будет нормально. Ну и, как всегда, это наш любимый Алиэкспресс. Да. Что тут Алиэкспресс? Нам и Озон нравится. Озон нравится. Но вот такие люстры тут на Алике покупали. С учетом, что их доставили за пару дней, угу. Это не Алик, это где-нибудь. Доставка это. Была. С деком. Прям так. Квартиры до двери. Доставка очень быстрая. Кстати, у данной люстры не вижу, вот я его, конечно, выкинул уже заранее, кронштейн квадратный, железный. Он, наверное, там под пенопластом лежит. Я его уже выкинул. Почему выкинул? Потому что мне ее вешать было, которого там сверху сейчас на нас светит, неудобно. И сделано было проще. Сделано было намного проще. Просто взял все и выкинул. Так, на самих люстрах два отсека. Две эти. Так, это вот. Тут их видно вон они. Попробовали. Вытаскиваются, это значит здесь должно быть прикручено. Это вторые. Теперь надо все открутить, подготовить. Для подготовки спокойно руками, без всяких затяжек, потому что это стекло. Вкручиваем в стекло. Ну и здесь видно, что подлиннее сюда, покороче сюда. Также рядышком делаем. Как определить, какую сюда накручивать вторую, потому что здесь только одна. Так вот, если здесь короткая, сюда крутим тоже короткую. Все верно. И если здесь китайцы длинная, молодцы, у них сюда тоже длинную. Там тебе еще будет очень интересный вопрос, как определить? Это значит будет ближе к центру вот это. Как определить, какая куда вкрутится по центру? А это я тоже маленький лайфхак. И смотрю, сколько у нас деталек осталось. Это... Он может заснять. Нет, я вот так вот хочу. Можно снять, сколько у нас деталек осталось. Это то, что осталось. Зачем? Да. Не знаю. Но... Подожди, вот тут еще две кручим. Да, сюда третья. Вот сама. А слушай, она туда просто втыкивается? Нет, она вкручивается. Она именно вкручивается. Так, ты моё что-то делаешь? Ну, что-то из меня тут еще вкручивальщик. Я о том, что не надо много силы, ага. Не надо это, и в принципе ни отверток, ничего. Единственное, понадобится, наверное... Слушай, у меня не получается, я криво рук. Я сейчас попробую вот на вот это еще. Если начать сильно вкручивать не по... фэншую, когда не крутится, можно просто сломать резьбу.
Потому что вот это даже не стекло, это пластик. Акрил, по-моему, там было написано. Не знаю. Фишка в том, что там резьба нанесена, и если пойти не по ней, а силой закручивать, то можно просто это сорвать. В общем, бережливо надо относиться. Понимаем, что она хрупкая. Да, и что запчастей вы в магазине тысячи мелочей не найдете. Вероятно, да. Так, первый этап у нас готов. Теперь смотрим длинные, их всего три штучки. Это вот у нас. Раз, два, три. Они у нас будут по центру. Так, это не длинные, это короткие. Значит, сначала короткие, да? Нет. Сначала длинные. Для длинных нам понадобится их три штучки, три дополнительных шурупа. Так, длинные, скорее всего, вот они, у самого центра. Идет как? Сюда та, которая втыкается, сюда вторая. То есть мы сейчас просто потянем. Видите, что происходит? Она сама лезет куда надо. Встанет на место. А, ну и шуруп. Та, которая туда должна встать, она туда и встанет. Главное, лишние не прикрутить, а то сейчас... Вот получается. Раз, два. Она по-другому, вы ее, в принципе, не всунете. Потому что это... И фиксируется... Тоже слишком не перетягиваю, затягиваю просто на болтик. Почему начинаю с центра? Потому что их на них она в принципе стоит на полу. Вот, видишь, нету. Значит, ищем, где она. Гаечка, потому что гаечки, которые на, которые с проводами, они все должны быть. Ну, вот тоже гаечка. Да. А все заранее протянуто на самом деле. Сразу только закрепить. Да, вся сборка занимает буквально. Так, сам вот этот блок, это управляющий блок. На него поступает плюс-минус. Вот это пипочка для чего? Это радиоуправление. Ага. Точнее, не плюс-минус, а фаза ноль. Как обычно, если мне память не изменяет, фаза 0. Контакт под зачищу и на вагоклеммы, которые тоненькие, подцеплю. Так, последняя. Вот сюда вот. Чувачка, поехали. Главное, чужие провода не зацепить, а вытащить только свои. Опа. Опа. Откручиваем. Следующий момент будет боковые. Ну, на этой люстре это все легко, тем более у меня уже опыт, я уже две огромные собрал люстры. Да, сразу с тяжелой артиллерией. Да. А вот вешать лучше их вдвоем, большие люстры. Большие, чтобы... очень тяжелые, у меня не получилось, но я это уже говорил в том видео, что у меня не получилось прикрутить их на тот крепеж, который они должны быть, но слава богу, у меня что? Правильно, у меня деревянный потолок. Я их просто на саморезы насквозь провинтил. Теперь вот эти вот аккуратненько. То есть они вот так же идут. Любую берете, вот, опа, потянули по нужный проводочек. Вот тут они пойдут уже на весу. То есть а вот смотри, эти вот. А здесь выбор есть, сюда или сюда втыкать. Да? Это значит, мы что-то не так сделали. Выбора быть не должно. А, нет, нет выбора, нет. А для чего эта дырка? Так, вот это, это прикручивание к потолку. А, все ясно. Да, значит, выбора нету все равно. Ну, эти советую крутить не по кругу, а по диагонали, чтобы она вас не перевешивала. Так. Напротив. Провода не дергать. В принципе... Для последующей укладки можно их спокойненько закрепить скотчем, чтобы они не болтались. Чтобы не получилось так, что вы пытаетесь прикрутить сквозь вот эти, а вот провода болтаются. Я их просто скотчем, по-моему, кто-то закрепил. Аккуратненько вытягиваем проводочки, чтобы они все здесь оказались. Вон один еще какой-то серый.
повторюсь еще раз. Не пытайтесь силой все это затягивать. У вас все должно затягиваться хорошо и закручиваться. Если идет силой, значит вы скорее всего мимо резьбы, и вы просто ее сорвете. Хотя я допускаю, что они могут быть обрукованные. Ссылки, как обычно, в описании. Люстры служат нормально. Сколько они у нас уже те? Мы их, по-моему, в ноябре повесили. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Полгода. За полгода можем сказать, что светят ярко, ничего не вылетает. И сначала было непонятно. Это то, что они иногда светят по-другому. Думали, брак, система слетает, еще что-то. А потом выяснили, что если выключить выключателем люстру, именно выключателем из розетки, и включить заново, то она включается на другом режиме. То есть так можно тоже управлять. Там выключил-включил, она яркая. Выключил-включил, она желтенькая. Выключил-включил, она холодным светом. Ой, вот смотри, какие пальцы черные. Это она такая чистая, что ли? Это... Я вот сейчас вот меня заклюют в комментариях. Графитовая смазка. Или еще какая-то фигня. Еще, наконец-то, взяли эти... А, как они называются-то? Да? Ночники. Угу. Во. Ну, это уже, когда они придут, а они придут тоже скоро, тогда тоже вот покажем. Да. Ну, я думаю, смысл будет похож. А какой там смысл? Он из одного лепестка состоит. А, да, он из одного лепестка состоит. Там вопрос там подключения. Проще. То есть, либо они также выведены просто два провода, либо как. Все, наша микролюстра собрана. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Правда, десять? Да. Ух ты. Теперь сквозь вот это прикрепить. Но изначально делаю что? Правильно. Вопрос, а куда заводить кабель? А кабель я завожу вот. Тут гордички есть. Сквозь них. Сейчас сначала надо завести, подцепить кабель. Чтобы потом не мучиться с люстрой на весу. И потом ее монтировать. Ну, это сам крепеж, на который она должна вешаться. Который мне не нравится. Он видно и немного кривой. И попасть потом в эти дырки не особо получается. О, залипуха какая. Убрано, чтобы не мешали. Взяты ваги. Угу. Коричневый на коричневый, синий на синий. Также два это. Входа уже сказал. Обращаю внимание. У нее три болта, которые достаточно просто прикрутить. И четвертый, который напротив светильника. Я его прикрутить так и не смог. Трудно прикручиваемый. Одной рукой вот на этой смотри, нажимаем, одной рукой.